Кузички. Ты такой зелененький. Кто такой зеленый? Господи, и вот как их оставлять тут одни? Ну, чекучечки. Хорошо. Вы звонили, нет? Подруга моя. Я попросила ее. Значит, чего? Щенков выкинули где-то или что? Откуда щенки у вас? На дороге нашли. Здесь где-то, да? Около остановки. Может, вы проезжали? Ну, в этом районе, я имею в виду. Да. Вот, да. Они еще гуляют просто. Гулят. Здорово, гуляки. Вот это первый. Вы совсем крошечные. Домашние же щенки. Домашние. Домашние. Вот как вот можно было так, а? Вон они два еще. Вот в этой коробке. Их на дороге выбросили. Домашние щенки. Совсем крошечные. Прямо вот только-только. Угу. Все три девочки, да? Да. Собирайте, ребят. Либо четыре было, одного отдали. Здрасте. Здрасте. Стоять. Групповой уход. Так, ну что, щенки в машине. Три девчонки вот таких вот. Если да, девчонки? Ничего не давали, да? Прививка, они без огонька, ничего. Едем в приют. О, хорошо, мне просто хотели знать. Новых малышей разместили здесь у мамы. Мест нет, мы разместили у мамы. У нее такие же дети. Мама добрая, хорошая. Дети все валяются. Мама, не бойся, мама боится. Ты обижаешь деточек? Нет. Приемыша своих не обижаешь? Девчонок. Вот таких вот щенков выбросили. Просто бывших домашних выбросили на улицу. Вот как, объясните мне, как можно собрать детей в коробку, не стерилизовать собаку, а просто дать родить, собрать в коробку и вынести на улицу. Вот. И спрашивайте меня потом, почему я не люблю людей. Да? Мать, не нервничай. Это три мамины. Жарко, скажи. Жарко, да. Чеховская центр. Вот. Церковь Чехов. Заброшенный участок. Тут никто не живет, да? Нет. И где он? Охрана пустого участка. Иди, не бойся. Иди. Иди сюда. Все, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся.
Не бойся. Мальчик. Возьму тебя. Он пристроит тебя. Хороший. Новый щенок, укачала его, кортиком 8, все набрала на подручный, сказала, сейчас прививку сделаем и посадим щенкам. Иди ко мне, выходи. Сидит толпа, да? Брата примите? Брата примите? Так, был домашний щенок. Да? Скажи, мы-то привыкли мелкие тут бегать. Но этот домашний на улице оказался, теперь в вольере. Да не приставай к нему. Вот рыжая, любопытная. Не бойся. Очень жарко на солнце, прям палит. Машину перевесишь, чтобы тоже открывать. А утром был там солнце, поэтому туда одеяло повесили. Сейчас. Сейчас. Можно перевесить, да. Давай, наверное, перевешивай. Вот у нас помощник тут. Дорогие друзья, мы находим старые огрызки, проволоки, разных осколков, короче, из того, что мы делали. И, ребята, и пытаемся сделать хоть какое-то место для малышей. И место у нас уже хорошего, чистого, неболотного. Очень мало. Я обращаюсь к вам ко всем. Пожалуйста, помогите нам. Нам необходимо сделать небольшие вольерчики для малышей. Их подбрасывают часто коробками, но нам некуда их посадить. И мы хотим сделать небольших вот таких отсеков. Потом, когда они подросли, мы пересаживаем, потому что те, которые уже выросли, мы их пристраиваем, к счастью. Друзья, обращаюсь ко всем вам. Пожалуйста, помогите нам стройматериалами. Ну, всем сердцем вас прошу. Очень-очень. И пока нет дождей. Понимаете, как говорят, дорога ложка к обеду. Я прошу вас, мои дорогие, пожалуйста, отзовитесь. Ну, отзовитесь. Лохматая душа просто молит вас о помощи. Спасибо вам.